Что вы думаете о том, чтобы попросить Рустама сделать обзор на это профайлерский? По поводу хочу внести ясность, там какая-то трансляция была. Тут не надо ничего вносить. Как бы... Дальше есть смысл смотреть? Кто смотрел эту трансляцию? Я не телевизор, я не Воронин и не КВН. Мне не надо смотреть, чтобы там развлечься или за ужином. Мне нужен серьезный подход. И мне хочется работать с серьезными людьми. Ну, просто объективно. Мне не интересно работать с малолетками, которым я говорю, а у них в одно ухо влетает, из другого вылетает. Все. Если такие люди есть в моей аудитории, нахер. Не надо быть в моей аудитории. Я вокруг себя собираю взрослых, осознанных личностей. Зрелых личностей. А не те, которые как говно в проруби между трансляциями. Тут трансляции, там-то. Нахер. Все. Нахер. Вот и все. Вот весь мой посыл. В принципе, все, что я хотел сегодня сказать. Пока. Пока. А вечером я, мы с вами уже побеседуем на более тему интересную, уже на нашей. Я просто на самом деле хочу почистить перископ, потому что вот эти летуны нахер, как это у меня называл продюсер на этом, не продюсер, а редактор на телеканале, на котором я работал, вот эти летуны нахер мне не нужны. Ну, серьезно. Зачем? Зачем окружать себя, приходить и говорить на какой-нибудь инфоконференции, что типа, смотрите, пацаны, у меня 5500 подписчиков в Перископе. У меня сразу 300 нормальных подписчиков, а 5000 стадо просто сваливает. Я понимаю, да, 300 подписчиков, я выхожу в трансляцию, у меня там, соответственно, в трансляцию подключается там человек 50. Мы с ними сидим, общаемся. А если у меня 5500, я открываю трансляцию, и у меня непонятно, все это стадо куда-то разбрелось. Мне стадо не нужно, ребят. Мне стадо не нужно. Я не собираюсь никого мотивировать. Мне нужны люди, которые нормально, осознанно подходят. Попозже. Пока.
пишут, Саша, это, ну, это так, сейчас это школота напишет. Смысла нет. А я говорю про тех, которые вроде бы, как бы подписчики, да, а на самом деле непонятно кто. А школота, друзья, я вам просто напоследок скажу. Ваши родители, мои ровесники, вам сказать, что если ваши родители воспитали вас таким образом, что вы ведете себя так, как вы ведете себя сейчас, да, вы заходите там в какие-то непонятные трансляции, начинаете здесь что-то там троллить, ваши родители просто, ну, ничтожество, вот и все. Вот каждый, кто пишет, заходит в чужую трансляцию, что-нибудь пишет, вы имеете в виду, что ваши родители ничтожество. И они воспитали такое же ничтожество. Ну, это так, вот школоте, которая случайно заходит и считает своим долгом написать там что-нибудь, какое-нибудь оскорбление. Мне, в принципе, насрать на ваши оскорбления, потому что, ну, как бы, знаете, ребят, я как бы школу-то давно уже закончил, несколько десятков лет назад. А вот с вами проблема. И проблема с вашими родителями. Потому что ваши родители воспитывают маленького просто песика. Ну, а свинья, она, понимаете, она не может родиться от двух дворян. Как правило, ребенок свинья рождается от родителей свиней. Вот и все. Поэтому имейте в виду, вы когда приходите и начинаете там троллить, какие-то оскорбления писать, вы своих родителей позорите. Вы сразу прям показываете, я свиненыш, и меня сделали две свиньи. Ну вот и все. То есть как бы я почему на вас не злюсь? Мне жалко и вас, и родителей ваших мне тоже жалко. Ну как бы, ну объективно. Это очень плохо, то, что вас вот родили, воспитали свиньи. Ну, такова ваша судьба. Все, ладно, ребята, по поводу подписчиков, да? Не нравится, если считаете, что это не самое полезное, не самый полезный канал, отписывайтесь нахер. Мне в подписчиках неопределившиеся не нужны. Все, а со всеми остальными, с моими ребятами, с нормальными абсолютно, мы с вами увидимся через часик. Я вам как раз расскажу про игру и покажу отзывы, которые в игре есть. Все, пока. Знаете, какое у меня сейчас выражение лица?
Не могу найти ту картинку. Какая типа собака? Вот. Ну, нет ее, хотя бы пусть вот это будет. Вот сейчас у меня такие эмоции. Ну, ладно, со мной все ясно. У вас какие ощущения? С моими ощущениями все ясно. У вас какие? Какой-то сезон обострения. Комментарии очень сильно отстают, наверное. Ваши ощущения. Могу сказать одно, я очень красивый сейчас в кадре. Пиздец лаги просто, я даже с компа перископ открыть не могу, это перископ лагает. Что там можно объяснить? Я не, как бы не нуждаюсь в объяснениях сказанному. Что там, блядь, объяснить можно? Вы напишите. Нет, это видео я не показывал. Рустам, тут просили про файлерский разбор. Можешь в двух словах что-нибудь сказать? Ты смотрел это видео сейчас с нами? Я не хочу смотреть дальше никакие видео. Мне это нахуй не нужно. Я не дурачок, и я контекст слышу. Да, можно открыть трансляцию и сказать. Я ем собак. Потом пояснение. Что я имел в виду, что я вегетарианец.